Управление областного ГИБДД ежегодно организовывает для детей со всей области обучающие занятия на базе лагеря «Солнечный». Здесь на оборудованной площадке есть все – и светофор, и железнодорожный переезд, и пешеходные переходы. Дети соревнуются в знании правил дорожного движения, оказание доврачебной помощи, творческий конкурс. Мы построили в этом лагере автоплощадку. Также дети проезжают два конкурса на велосипеде с препятствиями. Ребятам такое полезное развлечение нравится. Ведь это не только весело и интересно. Благодаря таким урокам жизни малышня с юных лет адаптируется к современному дорожному ритму и учится не теряться в сложной ситуации. А уж их взрослые дяди и тети за рулем создают ой как много.